Добрый день. Представляю вашему вниманию тестер или измеритель уровня сигнала ESP8266 или аналогичных контроллеров. Можно ESP32, большой разницы нет. Здесь вот представлен модуль ESP в MS Mini, который работает в режиме точки доступа совместно с планшетом. Тут же кабель подается питание всего лишь на него. Сейчас мы посмотрим, какая сеть у нас включена. Так. Секундочку. Так, секундочку. Сейчас настройки, где у нас они. Так. Здесь просто в этом режиме, в этой, как сказать, ориентации она не разворачивается, что вам показать. Но я думаю, вы верите. То есть создана точка доступа ESP8266. И режим клиента, по которому данная ESP-шка соединяется с роутером. И вот теперь, удаляясь или приближаясь от этого роутера, можно в веб-интерфейсе наблюдать уровень сигнала ESP. Естественно, он меняется в зависимости от того. Сейчас я попробую накрыть ESP-шку руками. Вот уровень сигнала уменьшается и так далее. Сейчас только я не стал показывать, прошелся по улице. Максимальный уровень сигнала, вернее как самый слабый уровень сигнала, соответствует минус 96 дБ, при котором уже связь терялась с роутером, что соответствует примерно, ну на глаз, конечно, считал шагами, метров 50. Связь терялась, светодиод начинал моргать. Здесь появлялась надпись «Нет связи», так сделан проект. А так, в принципе, ну, здесь данный эксперимент был поставлен не для того, чтобы проверить там, максимальную дальность ESP-шки. По прямой видимости это не очень, так сказать, интересно, информативно. А бывает часто в комнате такие мертвые зоны, где там много стен или еще чего-то. И вот такой тестер может пригодиться для того, чтобы определить, будет ли работать данная ESP-шка устойчивой сети. Итак, уровень, при котором связь данным осуществлялась, соответствовал где-то минус 95, минус 96 дБ. Ну, сейчас этот уровень соответствует на 30 дБ. Вот можно поворачивать его, удаляться. Ну, давайте попробую сейчас немножко перемещаться вместе с панелью. Вот она, ESP-шка, по комнате. Вот мы видим, я передвигаюсь, и уровень сигнала, здесь очень сложно, уменьшается. Приближаемся. Прямо если вплотную подвести контейнер роутера, то там даже до нуля доходит. Вот. Вот таким вот образом сделан этот контроллер. Давайте сейчас перейдем в проект. Покажу вам, я выложу его под видео, как это сделано в FL-PROG. Итак, сейчас, секундочку, я запущу проект. Вот он. Проект. Итак, включена точка доступа и клиент. Здесь в клиенте вы задаете имя своей сети, пароль сети. Здесь же мы, что мы имеем в виду? Вот модуль стоит, блок пользователя Wi-Fi Lever, который показывает уровень сигнала Wi-Fi. И при изменении его мы выводим эти значения в веб-интерфейс. Далее имеется, считаем системный параметр, такой как статус клиента Wi-Fi, и в зависимости от этого статуса мы переключаем либо нет связи, либо передаем значение в веб-интерфейс. Если сигнал пропадает, нет связи, то включается генератор, и мы видим мигание индикатора. Если связь есть, то горит постоянно. Вот, собственно говоря, такой проект простой тестера, который определяет, измеряет уровень Wi-Fi сигнала. На этом все. Спасибо за внимание.